что, все в порядке? Разнервничался, вот кишки и воюют. Садись уже, расслабься. Проигрался в пух. Расстройство от расстройства. Ну, все иногда проигрывают. Мне сказали, Миша парень гвоздь. С ним надо держать ухо востро. Вот и сглазили. Да ты не расстраивайся. Карта не лошадь, к утру точно повезет. Давай, сдавай. Давай, давай, не томи душу, давай. Черт. Сейчас совсем раздерничался, уже руки гуляют. По-моему, наш герой нервничает. Уважаем. Ну как ты там? Ну вот. Все, все, беру себя в руки. Смотрю. О. Извините, действительно повезло. Ваш день. Следующий день будет наш. Как насчет пятницы? Пятницы не будет. Если что, я в любой момент. Ну, я пошел. А вы где живете? На Котельнической, высотке. Так давайте я подброшу, я на машине. Спасибо большое. Я мотор поймаю. Ну какой мотор в такое время с такими деньгами? Пойдемте, дорогой. Ну правда, как неудобно. Пойдемте, мне все равно по пути. Спасибо большое. Прошу. Да все свои. Прошу. Здрасте. Мужики, вы чего? Ашманай. Понизу шмонай. Да нету ничего. Волошин Константин Георгиевич. А говорил Миша. Ах ты паскуда. Да я к этому бобру целый месяц шел. На цыпочках. А этот щенок все ломал. Че, валим? Мужики, да вы что, я ничего не знал, я... Деньги выгружай. Давайте. Что творишь, что делаешь? Исключительный случай, клянусь. К тому же, у меня есть обстоятельства. Какие еще обстоятельства?
Смягчающие. Вот, как обещал. Ой, Генри, Костик, откуда? Как говорил Энди Такер, мы, молодые строители коммунизма, должны отыскивать скрытые резервы. Болтун. Слава труду. Накиньте, Григорьевич, в вашем возрасте слава труду, но не серьезно. Как профессионал профессионалу. Кухинор. Но все равно вы разгильдяй. Танюха. Быть может. Волошин, ты что, комиссионку ограбил? Да, Костя, правда. Как вы это все добываете? Вот-вот. Главное, на какие деньги? Печатаете фальшивые? Накиньте, Григорьевич, это пошло. Зачем печатать фальшивые деньги, если вокруг столько настоящих? Костя, а давай сегодня вечером куда-нибудь пойдем. Куда? Ну, в Метелицу, например. У меня там бармен знакомый. Танюх, сегодня вечером никак. Дел по горло. Тебе невесту завел? Ага. Наука. Вот моя невеста. Вот-вот, Константин. Вы уже давно должны были защититься. Мам, это тебе. Давай, Ром, мой руки и за стол. Ничего себе. Ну, я подумала, праздник так праздник. Так, руки. Чего тебе положить? Всего. Холодненькая. А помнишь, папа любил с утра отмечать? Они с дядей Лёней как-то часам к 11 так наотмечались. Господи, не напоминай мне этот ужас. Да что такого? Ну, выпили. Все, дядя Лёня виноват. Достал где-то кубинского рома и говорит папе, если ты служил на флоте, значит, должен пить ром. А помнишь, они потом на пляж пошли? Да, два пьяных дурака чуть не утопили тебя. Да они плавать меня учили. Плавать. Один за ногу держит, другой за уши. Я ору, говорю. Папа, мне вода вношу, а он тут серьезно. Руками работает, как Ихтиандр. И еле от них сбежал. Я тогда чуть не убила их обоих. Давай за папу. Давай. За папу и за нас. Интересно, он отмечает? Мам. Мам. Мам, ну чего ты? Я так больше не могу. Ну, уже скоро, честное слово. Что скоро? Меня даже в Болгарию в командировку не выпустили, а тебя-то с твоей работы тем более. Нет, у них там на нашей фамилии поставлен маленький черный крестик. Значит, мы поедем под другими фамилиями. Как это? Под другими фамилиями. Thank you.
Я пробью! Никита, со следоносцем, бей! Бей, давай! Никит, пробей! Куда? Танюх, это я. Да мне родню встретить нужно на Киевском. Буду минут через 40. Ага, давай. На Киевский едет. Лады. Здравствуйте. Чё, приехали. Сдаем белье. Разрешите, я вам помогу. Ой, спасибо большое. Ой. Ах, ты мне негодяй!
Лида. Так, хорошо. Когда в Одессу будет? Ночью или как? Да какой ночью? Я же тебе говорила, утречко. Mm-hmm. На вот, съешь. Скажите, ты что, поезд Москва-Одесса? Ты что, не смотрел, куда влезал? На Одессу, Чук-Чук. На нее, на маму. Проходим, граждане, занимаем свои места. Пожалуйста, готовим билетики. Граждане, билетики. Ищенька, девочка моя, а сколько у нас осталось шампанского? 10. Значит, ищет 9. Девять. Девять, да. Ну и хорошо. 9 хватит. Думаю, что хватит. Мы еще не работаем. Вот именно. Поэтому я и здесь. А, собственно... Одну минуточку. Фамилия? Курибко. Все верно, Курибко. А в чем, собственно, дело? Ну, докладывайте обстановку, товарищ Курибко. Обстановку? Какую обстановку? Вас что, не предупредили? Нет. Вечно у нас бардак. Номер поезда? 78-й, скорый до Одессы. Ну, все верно, 78-й. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь. Благодарю. Инструктор комитета комсомола управления дороги Волож. Вы член партии? Член. То есть, конечно. Согласно приказу начальника дороги товарища Тихомирова, проводится проверка качества обслуживания пассажиров в канун Олимпиады. Вы читали приказ товарища Тихомирова? Что? Он висит. Он висит там. Да вы что? Мероприятие на контроле второго секретаря обкома партии. Вы представляете уровень? Да. Особенно пункты общественного питания. Продукты свежие? Естественно, свежие. Все свежее. А если проверить? Зачем проверять? Все свежее. Меню принесите. На что вам то меню? Ведь мы порядок знаем. Кормили и Зыкину, и... Райкина. И Райкина, вот. Все будет хорошо, Иришечка, солнышко, принеси наши фирмы. Кушайте на здоровье, приятного аппетита. Спасибо. Иринка, ну скажи мне, это кто? Волошин. Кто? Да подожди, Сёма. Волошин? А кто вы такой, с откуда? Да я знаю. Алексей Петрович, пустите, мне еще десерт нести. А вы что пришли? Игрушки мы даже шалат не получили. Не, ну это кончится когда-нибудь, я не понимаю. Волошин? Что? Вроде в региональном отделе ЦК есть Волошин, Сёма. Что, он? Сёма, что? Ты или дурак, или придуриваешься, ну? Тому лет, как мне. Да не он. Ты сидишь, гадаешь, он или нет. Я сейчас выясню. Под... Что не морочь, подождите, не морочь. Ты помнишь, плыли в вышине. И вдруг... Не возражаете? Пожалуйста. Мелешко, Алексей Петрович, второй секретарь райкома. Константин. А скажите, Константин, а что ваш папа сам? Он что-то в наших краях давно не был. Знаете, все никак не выберется. Работа ответственная. Ну, я понимаю, у меня у самого то пленум, то бюро, то... Вы к нам на отдых или как? В отпуск. О. Знаете, я в Варну собирался поехать, но отец
Говорит, надо родственников проведать. А с ним разве поспоришь? Ну и правильно. Зачем спорить с папой? Во-первых, родню забывать не надо. А во-вторых, а что мы так скучно кушаем, а? Почему скучно? Ты одному не хочется? А зачем одному? Как говорит наш первый секретарь, нам не надо 900, два по 200 и 500. Ну, Константин, будь здоров. Дань, я не знаю. На несколько дней, ну, может, на неделю. Скажи, я приеду, оформлю за свой счет. Положим, ты доиграешься. Все, Танюш, не могу говорить. Скажи Валентине Ивановне по семейным обстоятельствам. Вот уволят тебя, будут тебе обстоятельства. Куда ты уехал-то? В Одессу. Только, Таня, я тебя умоляю, никому ни слова. Уехал и уехал, а куда не сказал. Лады? Все, Танюш, целую. Пока. Что на этот раз? Алло, алло, мам! Мам! Черт! Девушка, ну опять прервалось! Секундочку. Не отвечает ваш номер. Попробуйте еще. О! Ты что решил остаться? Константин! Да маме хочу позвонить. С Одессы позвонишь. Смотри, что я купил. Играешь? Ну так. Ну что? Верный театр. Костя сейчас уйдет без нас! Алексей Петрович, дай ему позвонить! Бежим, бежим! Что? Да, ну, что ты, блядь? Давай, Алексей Петрович, ну! Да что за парень? Алексей Петрович, парень! Да все, уже успели, уже все! Девушка, не нервничайте, все, мы успели! Алексей Петрович, посмотрите, я очень извиняюсь, мы уже приехали. Не морочь голову, Правикович! А посмотрите в окно, я ухожу. Пожалуйста. Фу! ₽60, то у Константина. Алексей Петрович, я сказал, не возьму. Не морочь голову. Не возьмет он. Иди же, как панный лист, ну иди! Алексей Петрович, нет, я не могу. Так и да. Категорически. Уважаемые одесситы и гости нашего города, предлагаем вашему вниманию обзорную экскурсию. Ну что, Константин, мои телефоны у тебя есть, так что давай не пропадай. Будут какие-то проблемы, давай напрямую звони, заходи без проблем. Да давай, может, я тебя все-таки куда-то довезу. Алексей Петрович, да я пешком. Столько лет в городе не был. Да. Витя! Да возьми ты этого гарбуза, что я с ним насуюсь. Ну, ну давай, шагай. Бате будешь звонить, передавай привет. Скажи, пусть приезжает. Встретим, как положено. Обязательно. Спасибо большое. Будь здоров. Но мы еще поиграем. У меня народ собирается, такие волки, что ты будешь иметь жизни. Давай, готовься. Ира, сурой, что там катала?
что, ослеп, что ли? Что стали, пехот? Стоять. Что в пакете? Не знаю. А ну-ка дай. Пожалуйста. Так. Документы. Зачем? Оперуполномоченный Писаренко. Документы. Быстро. Да пожалуйста. Костя. Писарь. Костик! Ну ты! Ты что, фамилию сменил, а? Что, не работает? Да работает. Слушай, а это не Чита был? Чита с болота. Джинсы продает на вокзале отъезжающим. Что за джинсы? Фирма? Ага, фирма. Сейчас, смотри. Монтана. Нормальные штаны. В Москве такие за 120 уходят. Катон хороший. Катон? Пуфлон. Смотри. Половина. Ну что? Понимание где? Может, через парк ломанулся. А может, еще куда? Ладно. Шагайте в отделение. На, вот это возьми, оформите. Да, и Сашок, если за меня спросит Толстый, скажи, что я пошел по району. Есть. Ну что я, отслужил, короче. Отдал долг родине за всю мазуту, как говорится. Ну что делать? Дембельнулся, потыкался туда-сюда. Батя говорит, иди в школу милиции. У него там кореш цельный майор, начальник строевой части. Сука редкостная. Я и пошел, а что делать? Зарплата на секундочку, 140. Сегодня дали. Нормально. Нормально. Сейчас еще капитана дадут, звезды накинут, сверху еще. Море пенное, а море черное. Писем нет. Вонял, фу! Не воняй! Глаза попортишь. Привет, чего приперся? Что паяешь, телек? Ручками не трогай. Да успокойся. Посмотри, кого я тебе привел. Что, не узнаешь? Глаза протри, потеря. Мы знакомы. Знакомы? Ну ты скотина, Пинкин. Это почему так? Покачину. Эдя, иди уже кушать. Да я не хочу, бабуля. Иди, сказала, я уже все поставила. Ну, бабушка. Здрасте, Эсфирь Соломоновна. Это кто, Вова? Ну. Иди кушать тоже. Эсфирь Соломоновна. А мне с вами можно? Костик. А что там, Катя, как? Да все в порядке. Привет вам передавала. Иди, Эдя, иди, сказала. Все идите, у меня с вами уже ног нету. Костя.
Костик! Костик! Я ж говорю! Это Костик! Дуся, а ну брысь, брысь! Куда? Брысь! Лиля, уже сил никаких нет, пусть дитё уже побегает. Пусть играет, он наказан. Вот вы интересная. Так это он наказан или мы? Да у меня здоровья уже не хватает это слушать. Рыжий, хорош сифон. Правильно. Ну, баба Фира, чтоб меня так кормили, я бы уже с таким мозолем ходил. Звонился? Да не снимает. Дома, наверное, нет. Вечером позвонишь. Попробую. А это что за аппарат? Видеомагнитофон. Японский. Да ладно, откуда? Он же... Это вообще что-то с чем-то. Один дяденька с рейса привез, а он не фурычит. А, ты доломать решил, да? Да пошел ты. Это еще ладно. Я вам сейчас такую штуку покажу. Вообще фантастика. Так. Во. Что, кинокамера? Видеокамера. Их только в этом году в Японии продавать начали. В Москве, наверное, ни у кого еще таких нет. Сейчас увидите. Нифига себе. Прикиньте, она на магнитную ленту снимает, как простой магнитофон. Вали, ничего нафиг не надо. Не закреплять, не проявлять. Ништяк, скажи. Интересно. А что, увеличивает? Все, короче, пошли на море. Пошли, так у меня плавок нет. А у кого-нибудь заберем за углом. Пацаны, вы идите, а мне тут доделать надо. Слушай, потом доколупаешь. А что, подождали бы. Мне тут кассету дали, кино. Оценим. С Брюсом Ли, Путь дракона. А еще концерт в Сан-Ремо и Челентано. Короче, Пинки, кино не будет. Пошел, пошел. When we'll be so far from me. The sky will gray and trace will look that grace. I want the world to get another wings. When we'll be so far from me. When we'll be so far. Мамадю чуть не убили. Он еще дышит? Так и да, он еще дышит. О, ну ты посмотри на этот натюрморт. Пока рвит на ваши симки, мамадю. Да, права тебе купила. Не лезьте сюда. Это молодой человек. Я Так не честно. I can't imagine how to stay alone. When you'll be so far from me. When you'll be so far from me. Oh, when you'll be so far from me. When you'll be so far from me. В салоне много вина, там пьют бокалы до дна, и только скрипка без слов играет танго цветов. Дочь капитана Джанель
вся извиваясь, как змей, с матросом Джерри вдвоем танцуют танго цветов. Однажды в этот салон приехал знатный барон. Увидев крошку Джанель, он очарован был ей. Уважаемые отдыхающие гости и отец, если вы будете плавать на надувных матрасах, заплывать на бычку, раскрывать турнины, играть в азартные игры, вам не место на нашем пляже. Спасибочки. Повторяю, за бычки не заплывайте. Ничего. Вот так вот они по городу и лазят. Такая у нее футболочка до попа. Вот такая у нее юбочка по трусу. А потом заявы пишут, что их по кустам таскают. Нормально вообще? Бинген, иди снимай. Да ну. Давай. Ты же у нас этот. Джон Леннон, а? Скажи, ко мне друг приехал, все такое. Роя на трое как раз. Сам, иди. С тебя польза, как с козла. Я сам. А это кто? Где? Алка, что ли? Что за Алка? Певица. В Красном работает. Вот тут без маза, обломайся. Да ладно. Но. Учись, пока я жив. Ой. Учитель, если что, мы на пляже. А? На. Девушка, ну так нельзя. Вы своей красотой мешаете отдыху трудящихся. Отвали. Ух, слышал? Исчезни. А может? Не может. Встал на лыжи и свалил. Очень жаль. К серьезным отношениям. Ой, ладно, ладно. Я же говорил обломить. Что вы не хотите? Это хорош. Галя, баран, сел с Оксом играть. Я что-то этого причешет по самое не хочу. А Окс-то кто? Ну, тот серьезный мужчина в розовой рубашке. Катала. Косит под приезжего. Здесь его точка. С Одессы? Тас откуда? Он такой же приезжий, как я, не местный. А чего вы его не арестуете? Тарапунька, люди на интерес играют. Максимум штраф. Пас. Пас. Второй пас. Бубна. Белла. Партия. Соточка, пришли. Писарь, ты же зарплату получил. Еще. Сколько? Сто. Ты же
выиграл 140. Я же аванс брал. Дашь? Сыграть хочу. Зурел с Оксом играть? Чего боишься, не отдам? И завтра сделай так, чтобы я тебя не искал. Больной на голову. Вовка, бери Эда, делай, что хочешь, чтобы она сюда не смотрела. Кто? Алка? С чего? Ты же мент. Не видишь, что она Оксу маяки шлет? Ну ладно. Вов, ты чего? Вот человек. Тоже пулю расписывали. Выиграл полтишок, а получил трешку. Совести у людей нет. Так и да. В смысле нет. А вы что, только в преферанс играете? Да нет. Дебертс покер. А вы сами откуда будете? С Москвы. Это у вас в Москве дебертс. И у нас Ивано-Франковский тоже дебертс. А в Одессе это называется клабр. Сюда-то. С удовольствием. О, печет, да? Ой, не говорите. Жарит, как бешеная. Так, может, Дебертс? А можно. По четверточку? По четверточку. Или уже по соточке. Но не больше. Не, не больше. Вставайте на туза. Вас как зовут? Константин. А меня Зиновий. Девушка, а что вы там такое высматриваете, а? Пас. 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 Второй. Иди отсюда. Выступает, да? Да я вас устал. Ну, вы красно уже поете там. Что-то в сэндвиче, кажется. Что-то такое, нет, да? Уйдешь или нет? Слушайте, девушка, я, конечно, уйду, но я уйду с вашим биноклем, да? А мне не нравится. А что такое? А в чем дело? Вот хулиганер. Еще солчик зашлите. Тысячу лет уже, ребята, приходят. Мне очень сильно понравилось. На. Может, продолжим? Не сегодня. Приятно было поиграть с приличным человеком. Ребят! Что такое? Ребят! Вы видите, смотрите, как чёрт. Вова, возвращаю. Это исполнил Окса хлопнуть. А? Того чистой прибыли 200 рублей. Полтиннику на нас. Остаток в кабак. Это мне за что?
Аллочку кто отвлекал? Слушай, а где ты так наловчился? Да в институте. А, ну я так и подумал, что вот это про институт, про диссертантскую, что это все гон. Да почему гон? Все правда. И институт, и кандидатская, Вова. Каждый день на мелочь играли, стало получаться. Ага. Чахлый видал спортсмена? Ага. Да тут как на скрипке. Постоянная практика нужна. Отметим? Так он еще и скрипач. Да ну. Ага. И что, много ты так зарабатываешь? Да по-разному. Получается, ты как этот Окс. Люди честно играют, а ты куплюешь? Слушай, чахлый, не грузи да не грузим будешь. Кто дисками фарцует? Я не фарцую, я коллекционирую. Фантики коллекционируй, честный нашелся. Или марки собирай. Партия правительства поставила нам задачу по перевыполнению прошлогоднего плана. Так что, товарищи, по Свердловскому заказу надо приналечь. Сами понимаете, сроки нам никто не сдвинет. Никто. Товарищ, вам кого? Мне Волошина. Вот, кстати. Валентина Ивановна. Сроки летят, а у вас сотрудники в отпуска разъезжаются. А у Волошина уважительная причина, Евгений Анатольевич. Знаю я эти причины. У нас сроки летят, а у Волошина уважительные причины. Нет его, извините, товарищ, у нас совещание. Еще раз убедительная просьба. По Свердловскому заказу нужно сделать все возможное и невозможное. De donner en définition voici. Quand personne a une entrée, nous avons demandé de jeunes femmes.